Куда прешь, пендер? Что это за звук? Как будто сверху.
внимание! Перед закатом встречаемся у мегабашни. Ты придешь? Конечно. Тогда до вечера. В свою жизнь я четко усвоил одно простое правило. Никогда не лезь в чужой холодильник. В лучшем случае наткнешься на прокисшее молоко, а в худшем... И вот так нихера себе. Не как сам Рейч Бартмас. Погоди, тот самый Бартмас, который запустил Рэббитс и грохнул первую сеть? Нет, блять, его покойный дядюшка. Ну, конечно, он. Кто еще? Я-то его ни с кем не спутаю. В 20-м году по всему городу висели плакаты с его рожей. Все на него охотились. Но еще бы. Враг государства номер один. Вот ведь бедняга. Лежал тут, как дохлая крыса в морозилке. А потом что-то перемкнуло, и он оттаял, как свиной окорок. Ага. Судя по аромату, лет 20 назад. Так, короче, все. Больше не могу, я пошел. Да погоди ты. Мало ли что тут еще может быть. Древности времен первой сети, еще поди на паровой тяге. Жалко уходить просто так. Даже если что и есть, уже не рабочие. Ты так считаешь? А я бы не торопился с выводами. Лучше проверь. Ладно, я подумаю. Вот именно. Все равно спешить некуда. Посмотри, вдруг найдешь чего. Во! Это Элайла от SGI Tech. Лучшая кибердека в своем классе. Вот, а я тебе говорил. Иногда стоит и в дерьме порыться. Слушай, я тут подумал. Помнишь Никса из посмертия? Он вроде в старой технике разбирается. Я бы к нему обратился. Кто знает, что можно вытащить из этой штуки.
Слушай, Никс, я тут нашел деку Бартмаса. Что еще расскажешь? Небось и пленки Тьюринга заодно? Я серьезно. Сам посмотри. Ух ты! Ни хрена ж! Ви, это как? Ты где это намыл? Да так, в холодильнике за городом. Под гниющим трупом прежнего владельца. Да, Бартмас в своем репертуаре. Дозор его искал и в Шанхае, и в Лахоре, и в Сантьяго. А этот засранец сидел в сети и мог бы еще долго продолжать свои дела, если б питание не вырубилось. Из нее реально что-то вытащить? Само железо разваливается, плюс там конденсат. А память, небось, зашифрована так, что... Давай без подробностей, возьмешься или нет? Могу попробовать. Весьма вероятно, что ничего из этого не выйдет. И тогда инфа будет потеряна. Навсегда. Как думаешь, на диске могут быть какие-то древние векторы? Ну, типа дата крэша или рэббитс. Потому что тогда... Мы выпустим из бутылки очень опасного джина. Я прекрасно осознаю возможные риски, но между нами подыхаю от любопытства. А ты нет? Ну, кто не рискует, короче, делай. Ладно, клади деку на стол. Только осторожнее. На, держи. На, держи? Вот так? Без всяких церемоний? О, Ви, простая ты душа. Найди ты святой Грааль, насыпал бы в него орешки. Ладно, приступим. Данные повреждены, но не все. Пароль. Попробуй брутфорсом. Не, не вышло. Раньше вообще было принято инжектить вредоносный код. Ха! Порядок! Остался последний барьер, но вообще-то как-то все слишком просто. Уж кто-кто, а Бартмас мог бы и заморочить. Так, что тут у нас? Ты же сам видел. Эта штука поджаривает мозги. Точно хочешь порубаться? А, бля, жопа, пиздец! Давай, Ви, думай быстро. Пара минут, и его мозг поджарится до хрустящей... Корочки. Порядок. Чтоб тебя. Ну, живой? Вроде как. Только в череп горящих углей насыпали. Так, а что случилось-то? У тебя начались судороги, свет погас и все заискрило. В общем, пришлось брать дело в свои руки. Стоп, стоп. То есть это ты взломал деку Бартмаса? Сам? Ну да, если что, я лучший нетранер в городе. Ну, верится слабо, но задатки есть. Ладно, посмотрим, что ты из этого артефакта вытащил. Логи, почта, старые переписки. В принципе, любопытно, но ничего особенного. А, жаль, конечно. Ну ладно, я все равно покопаюсь в файлах. Вдруг найду что-нибудь еще. Слушай, вообще мои услуги обычно стоят немалых денег, но в этот раз я у тебя в долгу. На вот, возьми. На этой щепке пачка демонов. Их, конечно, не Бартмас написал, но ты все равно возьми, вдруг пригодятся. Спасибо, Никс.
Ты как? Ничего, оклемаешься? Может, помощь нужна? Не-не, все в порядке. Выпью пачку болеутоляющих, полирну вискарем и буду как новенький. Привет, Ви. Киберпсихов в последнее время что-то не слышно. Думаю, наше расследование можно закрывать. Заскочи ко мне как-нибудь. Поглядим друг на друга.
И что это такое? Привет, Ви. Ты готов? Волнуешься, Том? Как ты понял? Ну, ты же раньше никогда такого не делал. Просто представь, что работаешь как обычно, но по другой программе. У тебя получится. Круто, что ты пришла. Да, я подумала и решила, что вы правы. Бывают случаи, когда единственный аргумент – это пинок по яйцам и пуля промеж глаз. Ты уже выяснила, как идти к Хироми? У меня есть чертежи здания, так что все схвачено. Ну, не совсем все, но до пентхауса доберемся. Проще всего подняться с технического этажа. Я знаю, где там проход. Помните, всю работу должен делать поведенческий чип. Не задумывайтесь, как лучше поступить. Просто положитесь на инстинкты. Если вы затормозите хоть на секунду, это может вам дорого обойтись. А, кстати, а где Майк? Пошла к Хироми, чтобы у него не возникло подозрений. Она задержит его, пока мы не придем. Ну что, начинаем? Да, пора бы. Сначала заходим мы, потом вы. Идите прямо в облака. Наконец-то движуха! Осторожно, не нарвись на кого-нибудь. Мне нужен приборный щиток с той стороны. Можешь с ними разобраться? Почему всегда что-то где-то ломается? Это называется энтропия. Черт. Берегись, нас кто-то услышал. Меня это уже вот где. Я, блядь, солдат, а не мастер на все руки. А что потом? Идем на штурм? Том и Рокси должны быть уже в облаках. Начинаем по знаку Майка. Они разбираются с охранниками, а ты с Хироми. Но сперва тебе надо проникнуть в пентхаус. Ты со мной не пойдешь?
Двух человек намного проще заметить, чем одного. Да и здесь от меня больше пользы. Если они поднимут тревогу, я перехвачу сигнал. А что с системой охраны? Ты ее отключишь? Я думала, что смогу, но... Прости, у меня не получится. Придется тебе как-нибудь самому. Ладно, я пошел. Тебе в лифт с другой стороны. Береги себя. Как обстановка? Мы внутри, в облаках. Кто на какой этаж? Я возьму на себя первый, потом пойдет наверх. Мы готовы. Блять, ужинать. Лучше опилок заживать, и то вкуснее будет. Я тебя люблю. Ага. Они подняли тревогу! Без паники. Я с этим разберусь. Генеральный сам хочет его испытать. В Большом каньоне. Думаешь, он прям сам захотел? Ясное дело, у них продажи никакие. Это рекламный ход. Ну, значит, он там внизу и получит по заслугам. Да хуй там плавал. Такие, как он, никогда по заслугам не получает. Ты просто сыкло! Ты не заслуживаешь жизни! Выходи! Решим вопрос как настоящие воины! Иди к камере наблюдения перед комнатой охраны. Не прошло и года. Я уж думала, можно заказывать тебе венок. Всегда любил женщин, которые способны по достоинству оценить чужие усилия. Эта милашка как раз из таких.
Пойдем. Мне она тоже не нравится. Наглая. Я не хотел поднимать тревогу. Пришлось идти осторожно. Угу. По шагу в час. Может, перейдем к делу? Почему их там трое? Не понимаю. Что она хочет сделать? Вот наша цель. Хироми Сато. Что они смотрят? Демо кандидатки на новую топ-куклу облаков. Я ее сама выбрала. Она заменит Эвелин. И, надеюсь, окажется умнее. Кто эти двое? Они будут смотреть наше представление. Это боссы Хироми. Сегодня у них на глазах он будет подыхать в луже собственной мочи. Мы так не договаривались. Посмотри на меня. Видишь? Видишь это выражение неудивления на моем лице? Я знаю, как те. Для них власть всегда связана с силой. Мы будем говорить на их языке. Майка! Я отключу их от Вирта, и они будут недовольны, что их так грубо разбудили. Мы должны сделать так, чтобы взамен они получили зрелище не хуже. Понятно? Окей, сделаю, что смогу. Отключай их. Она? Конечно, не Паркер. Эй, что происходит? Кто это? Это вестник последних дней Хироми Сато. Он уже однажды подверг опасности клиентов облаков. Он убил Освальда Фореста. Теперь он вторгся в личные покои мистера Сато. И это еще не все. Посмотрите, во что превратился наш клуб под руководством Хироми. Что? Что за херня? Я долго смотрела, как Хироми Сато совершает ошибку за ошибкой. Но сегодня... Сегодня мы все увидели, что он стал бесполезен. Ви, что она вытворяет? Облакам нужен новый менеджер. Я правильно понял по этой пламенной речи? Погоди, Майка. Ты, кажется, немного увлеклась. А, похоже, вы еще не договорились. Ви, надо их прикончить. Мы для этого сюда и пришли. Все, хватит уже болтать. Давайте разберемся по старинке. Я тебя лично вырву! Ви, какого хера ты устроил? Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Поверь мне, прекрасно понимаю. Или ты больше никогда не появишься в облаках, или я прямо сейчас тебя прикончу. Отличный план. Ты только об одном забыл. У меня тоже есть кукольный чип. Ладно, Ви, уматывай оттуда. Выход на нижнем уровне апартаментов. Там рядом будет лифт. Том и Рокси в безопасном месте. За ними не гнались. Спустись на первый этаж. Я буду ждать тебя у ларьков. Господи, боже мой, ты ее убила. Мне жаль, Джуди, прости, я не хотел. Знаю. А
Дай мне секунду. Мне надо это переварить. Я должна уложить это в голове и побыть одна. Увидимся еще. Пока, Джуди. Это Ви. Мне сказали, у тебя дело. Верно сказали. Мне нужен водитель. Понял. А для чего? Да так, по городу покататься. Уладить кое-какие вопросы, навестить приятелей. Все как у всех. Еще раз спасибо. Короче, я человек прямой, так что давай сразу к делу. Круче тебя. В городе никого нет. Что вы теперь будете делать? Самыми твой брат уже не может быть монахом. И готов за это платить. Подробности вдаваться не буду. Если твоя репутация не пустой звук, ты легко сориентируешься. Хотя мой путь станет намного труднее, ну, так что, я с него не справишься. Или все, что про тебя рассказывают, вранье? Ладно, я в деле. Тогда двигай в Джапантау. Прямо ко входу на рынок. Посигналь пару раз, и я приду. До встречи. А проясни-ка мне вот что. От имплантов вы не в восторге, это ясно. А по поводу конструктов, что думаете? А, ты о биочипе, верно? Это нынче такая модная штука. И очень сложный и спорный вопрос. Вопрос в том, что есть энграмма. Копия личности или сама личность, перенесенная в цифровое пространство? Предположим, энграмма — это копия. Что тогда? Можно признать ее настоящим человеком? Если эта энграмма осознает себя, буддисты будут считать ее человеком. Совершенная копия личности остается личностью. Но доступна ли ей реинкарнация? А если нет, можно ли считать, что у энграммы есть душа? Иными словами, ты хочешь сказать, что все сложно? Жизнь есть череда страданий. Они сопровождают человека с самого рождения. Если конструкт может страдать, это человек. Давай остановимся на том, что энграмма — это оцифрованная личность. Как по-вашему, это кошерно? Буддизм не возражает против оцифровки как таковой. Проповеди в храмах иногда читают машины. Перенос сознания не считается греховным, при условии, что это совершено с согласия человека. Но важно помнить, что и тогда душа остается в плену материи. Эри, привет. Даже если это уже не плоть и кровь. То есть, к бессмертию вы не жду стремитесь? Жду тебя в темной материи на Вудланд. Тот, кто не может уметь, место, не переродиться для лучшей жизни. А и никогда повод? Не достигнет нирваны. Скрэкс? Мы же еще не отметили нашу маленькую победу. Подъезжай с черного хода, охраннику скажешь, что ко мне. Он тебя пустит без проблем. Не опаздывай. Ну что скажешь, Джонни? Ты это ты или просто копия? Какая разница, он же тебе все объяснил. Моя тюрьма — это 10 строк кода, и твое тело. А может, Джонни Сильверхенд и правда мертв? А ты всего лишь... ну... Что, имитация? Ты это пытаешься сказать? Если настоящий Джонни Сильверхенд и правда мертв, то это его проблемы, не мои. Поди разберись. Как начинаю об этом думать, башка трещит. Ну что, тогда желаю вам удачи. До встречи. И не сворачивай с праведного пути.
Эй, ты Ви, да? Ох ты ж, бля. Ты не ответил на вопрос. А у тебя что-то на лице. Это граната. И как она туда попала? Случайно прилетела? Невежливо задавать личные вопросы, прежде чем представишься. Ты же Ви, да? Да, это я. Отлично. Поехали. Куда едем? В маленький Китай. Хочу поесть курицы гунбао. Поострее. Не мешает? Что? Гранат. Ну, которая у тебя на лице. Я уже привык. Тут главное не выдернуть чеку, когда в носу ковыряешь. Красиво тут. Прямо так похорошело. А ты сам откуда? Из Бразилии. Это в Южной. Я знаю, где Бразилия. Уж чего от вас, гринго, не ожидаешь. Тигриные когти. Знаешь таких? Конечно. Есть среди них друзья? Нет, а что? Просто спрашиваю. Любопытно. Все, мы на месте. Жди меня здесь и не глуши мотор. Мы приехали за едой на вынос? Можно и так сказать. Это что сейчас было-то? У тебя что, может, и в жопе граната? Ви, ну ты нашел время, дурью мается! Пожалуйста, не убивайте! Вот я вам не тону, все нахер! Ха! Ну что, неплохо, а? Было бы гораздо лучше, если бы ты предварительно ввел меня в курс дела. Ха, выходит, не наврали. Ты и правда крутой. Заебись, какой крутой. Вот только с юмором беда. Ладно, на этом наши пути расходятся. Удачи тебе, Ви. И ты это, расслабься, а. Ну, может, скажешь, откуда граната? Как ты с братом подрались, он мне нос отхватил. Плоскогубцами. Да, милая семейка. Даже не представляешь. Ну и вот, я мог обычный нос поставить, но решил подчеркнуть свой стиль. Ну-ну. И с девчонками удобно знакомиться. Извините, что сую нос, но вы просто подписчика. Ну и как, ведутся? Не особо. А как же мой гонорар? А что гонорар? На, вот, держи. Как я и говорил, труд профи хорошо оплачивается. Ладно, Ви, береги себя. Это, нос держи по ветру.
карахо! Вон народ! Извините, этот лифт не работает. Если он не работает, зачем ты здесь? Не работает даже для гостей Керри и Евродина? У меня с ним встреча. Что ж, тогда желаю вам приятного вечера. Я вас не знаю.